Да, 1300. Зал Гардкор. Блять, сука, ты реально, ты студент, блядь, что в игре, блядь, что в жизни, нахуй, Бомж, да? Зангартоп, Змеиное озеро по центру. Там воду нырять. Спасибо. Да, где грибы растут, короче, галлюциногенные. Воронка в Загрантопе. И в воду ныряешь туда. И плывешь. Надо притона, самое главное, притона сымнуть, и уже дело пойдет нормально. Так, да, или что? Значит, смотрите. Потихоньку. Что, борьба с вишнем, да, пока? Смотрите, значит так, по Т5, общая информация. Кусок стоит косарь. Воронки, которые падают с трэша, я лично рассчитываю раскидывать, вот как выпадает. Ну, допустим, короче, с гильдбанка получаете. Но если, допустим, есть ситуации такие, когда человек донатит, да, допустим, или воронки там покупает, если у него голды, там духа, ну, какие-то разные ситуации бывают. Там уже будем смотреть, ну, договариваться. Если человек хочет забрать там по ИП, 25 опас, да? Но... Сейчас. Но он не может, допустим, открыть, да, эту хуйню. Надо уже думать, то есть закинуть человека, который эту хуйню откроет. Один кусок он нихуя толку не даст, а два куска это уже какой-то бонус будет. Вот от этого... Ну, вообще я предлагаю воронки тоже за ИП тогда отдавать, раз человек не может купить. Насчет ИП, ну, не за ИП, а за ГП. Ну, насчет этого я думал... Но... Не так много, но отдавать. Я так думаю, что эта хуйня вся входит в стоимость этого, как он называется. Допустим, есть вариант, допустим, уменьшить стоимость в два раза в ГП, если ты воронки свои делаешь. А если воронки с ГП, допустим, оставить косарь. Вот так устроит такая ситуация. Нихуя вход стрёмный. Не, просто сверху сделай всего 200 ГП, да и все. Нафига так много? В два раза или что еще такое? Ну, сверху 200 за... Ну, посмотрим. Ну да, за две шмотки. Это не так уж много. В общем, подумаем. Это еще по факту, ну... Фишка в том, что это все долго будет проходить. Почему? Вот мы сейчас пришли, да, мы 4 босса убьем. Из них мы убьем только одного босса, с которого падают перчатки. То есть, по факту, мы сегодня лутанем 2 куска. Это либо будет разный класс, либо одинаковый. То есть, эти 2 куска не пришли к пизде рукав. Второй кусок, чтобы иметь бонус, он падает с робота, это из того, что мы реально можем убить. А робота, чтобы зайти, ну, убивать, траить, нужно лича завалить. То есть, наша задача на этом КД... Вообще, каким классом... Два куска Т5, два куска Т4, хорошо. Ну, ШПшника я видел. Алимам неплохо, по-моему. Ну вот, вот эти пускай забирают первые. Топалы тоже. Посмотрим, как будет. Но имейте в виду, это, ну, договариваться, когда будем сидеть, решать. Обменяю сердолик на 2000 голды, пацаны. Так-то по факту у вас... Поставь обычку, я в стишках поставлю. Ну так выйдите оттуда тогда. Или что? Ну, тебе надо это, варгримар. Вы вышли? ДЦ у нас, ДЦ, ссылка. Ну так выйдите. Может, на ФК? ДЦ в ЦЛК. Ну, кикнем тогда. Больше нет никого в ЦЛК. Так, Лафар был, но он не сидит. Попробуй сейчас. Поставилось? Нет? Сменил, да. А чё я не могу зайти? Ну-ка, откройте, блядь, дверь, нахуй. Чё за хуйня? Алло, блядь. Там волна. Ёбаный в рот. Я не могу пройти, блядь. Что за хуйня? Что заходит? Двери, блядь. Там волна, ёбан. Так, вот тут смотрите. Гайд, блядь. Вот смотрите, тут лифт, короче. Вот так заходишь, вот так вот спускаешься, да? Едешь, нахуй, нихуя себе. Смотри, блядь. Прыгайте, понимаете. Смотрите, кстати, все. Как-то делали. Нихуя там скорость, блядь. Тут скорость большая. Левитация. Самый страшный лифт был в этом катаклизме. Лучше не прыгайте, блядь. Он кошка, блядь, с ним. Так, стоп. А куда идти? Не сюда, налево, нахуй. Звезду ставлю на себя. Звезда. Давайте побьем трэш, воронки. Пока не надо, мобайт. Еще, блядь, набьемся там трэш. А куда идти? Я забыл. Алло, нахуй, спускайтесь на лифт и по левой стороне, блядь. Синтек, нахуй, не бузи там. Давай шкаф ставим здесь. А где лог? Лог. Ну давай в натуре. Давай дальше еще пробежим в пизду, блядь. Они там будут бежать, нахуй. Заблудятся, блядь, звезду потеряют. Пошли еще пробежим. Значит, на лифте спустились в инсте и по левой стороне, значит. Идете. Тут мобы. Легендарную удочку здесь квест, да? Да. Где квест берется? Идем. А вот тут аккуратно, да, прям в стенку прижимайтесь. Смотрите, если сагрятся мобы, блядь, пизда нам нахуй. А как? Нафиг, блядь, куда-то прижимаешь. Что делать, сука, ебаный урод, блядь. Прыгать, что ли, вот так? Давай, ну-ка.
Не, не так. Вот под низом обойди. Я уже запрыгнул. Все, аккуратно. Остальные, блядь, кто не уверен, лучше не бегите. Мобов сагрите, пизда будет. Все, вот тут еще. Кстати, да, где Гвоздь на квест на легендарную удочку? Да он наебал, бля, это все наебалово. Патч легион заходишь. Это я знаю, блядь. Это мне. Все, вот тут. Вот давай, вот отсюда начнем сумонить. Давай сюда. Вот отсюда. Пойду поставить. Давай сюда, блядь. Вон скрытень из глубины с него. Просто нахуй войны шкаф кинул. А чё вы меня кикнули, ёлки-палки? Да, блядь, сложность не менялась, нахуй, в этой, как она называется? Да, ТЛК сидел. ЦЛК Гера стоит, а мы в обычку, блядь, идём. Чё это за хуйня? Уберите, блядь. Ебать. Думал, как тактик кто-то, блядь, за спину ты пошёл. Интересно, пойдёт к нам, нет, вот этот пидор большой? Идёт, смотри, нихуя себе, блядь, готов. Бежим, ёбаный в рот, бежим, сука, бежим, ебать. Можно присумонить мне там идёт, тоже? Идёт, идёт, бей. Сука. Кульдринг умрёт. Кульдринг! Нет. Всё, бьём. Всё, внимание, дамажим. Смотрите, значит, учимся различать мобов. Тихо всем. Значит, смотрите, на нём исступление. Разница между атаками, что-то хилим. Так, короче, вот это... А как с меня... кто сагрил? Трэш пошёл. Сейчас, ну, дамажим тогда. Не знаю, кто сагрил. Ну там кто-то в воде плавает. А нахуй в воде, сука, плаваете, бичи, блядь. Короче, когда вот этот кулак вешается, это значит моб безобидный. То есть его просто бьешь и все. Есть мобы, которые стакают там это болезнь какую-то или какую-то залупу, блядь. Вся остальная шелупонь просто уешится здесь. Ну ее, конечно, напуливать надо хорошенько агротом. Не плавайте ни в какой, сука, воде, блядь. Нагрите сейчас весь инс, блядь, нам. Там рыба, которая больно кусает. Там и рыба, блядь. Рарника пиздят, блядь. Атрисию пиздят. Пошли первые на рыбу, это 100% убьем. Даже две. Даже так, две рыбы убьем. Смотрим воронки в мобах. Уже, блядь. Можно кто хилит, блядь? Кто хилит? Ну-ка быстро нашли. Ведьма, нахуй, хилит, блядь. Вот, блядь, уничтожить, нахуй, вот череп поставил, сбивать косты. А то кто их две? Так две, значит, уничтожить, одну и вторую. Ебать. Просто на пяти мобах застряли, блядь. А тут мобы, это самое жесткое. Цирк с конями, нахуй. Я говорю, интересный инстант. Ничего, потом все это отладится, уже нормально будем гонять. Что-то осколков не видать, этих воронок. Сейчас, короче, будем учить, что где в этом инсте есть. Так, ага. Получается, вот мы проходим, давай вот того пидора еще ебанем. Стой. 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 О, блядь, два ляма, еще давай одного ебанем. Ну, сумоньте там, у кого боя нету. Ну, там, может, у кого-то нету. Да это, знаки. А знаки нахера? За них можно фласки покупать, если тебя репу Салдора не прокачать. Так, смотрите, значит, вот мы идем по мосту, да? Вот мы идем, да? И, блядь, и где тут, короче, слева или где? Справа? Нет, надо вот это чистить, наверное. Хотим здесь сумоним. Там все надо чистить. Да, сумоньте, назад отойдите. Пошли к шкафу, сумоньте остальных. Я пойду пока забивать. 2DS на токен. Давай. СПД-дух может кто скрафтить там? Да, бидон, сейчас. Прям может. А можно обойти же этих мобов, да? Или... Да не надо ничего обходить, сейчас надо посмотреть в инсте, что как расположено. А он, смотри, через это, через озеро можно вон там пройтись, блядь, подняться по вот этой колонии на ебаной. Это, не надо, когда а мы... это делать, когда с мобов падает? Челики тут первый раз, надо... Ну, дело не в воронках, дело в том, что вы должны знать, куда бежать вообще. То есть, не все тут знают все. Так, на бидон. Чем так было ранее? Ага. Тинтек, блядь, ты чё, блядь, там чилишь? Ну я, блядь, жду сумона, я ходил камень. Ёбаный покос, вы чё, его сумануть не можете до сих пор? Чё, пришёл тебе сумон? Или у тебя, блядь, походу не придут? Я пришёл, блядь, принимай. Да пришёл я сумон. Ну и что, блядь? Всё, чё ты... Всё, пошли. На, взял, блядь, 228, ну ты приколист. Так, смотрите, возвращается моб, он доходит только до вот этой площадки, поэтому агрим и отходим назад. Крестику вон туда отходим. А те петухи не сами, бля, я понял, нахуй.
Ебаный в рот, блядь. Не успеете сагрить, наверное. Ладно, уже похуй. Эти большие не самые жесткие. Пойдем. Просто видишь, если он будет ядовитый, нахуй. Вот, давай, нормально. Все, большого не трогайте. Он же может там плеваться. Уже заплевали. Который плюется, это еще хуйня, нахуй. Уйдет сюда. Нормально, он сейчас назад пойдет. Значит, босс, который кальмар, краб или кто он там, рак, нахуй, омар, блядь. Вот, короче, находится... Здесь обычная рыба. Какая рыба? Не перебивайте, ребят. Он находится на деревяшках, короче. Там такие деревяшки и внутри такой кружок. Нужно в этом кружке... Чего? Здесь в обычке не краб, здесь краб? Рыба. Селедка ебучая. А что, поменяли? В гере краб. По-моему, одинаковые должны быть. Нет. Не, ну я не знаю. Нет. Скрытень из глубин, который что? Да. Так, а где он нахуй? Где его, блядь? Скрытень. А вот он. Это получается вот сюда надо идти. Вот за звездой. Идем вот так, нам все равно до Гидроса чистить. И там пошли до Гидроса. По деревяшкам полностью тоже надо трэш чистить. Дабы бросать. Большого может подождем. Да, большого подождем. Вон сагр. Отходите назад все на кружок. Если это ядовитый будет, надо будет всем рейндж набирать. Да. Плюет. Не знаю, надо его отворачивать. Что он делает? Ну, лобзает. Так, буйство. Все рейндж набираем между собой, иначе сейчас все сдохнут просто. Рейндж между собой, быстро, 10 метров все набрали. И встали, даже не домашние, забудьте про всю эту хуйню. Вот буйство заразы, смотрите, оно передается. Блять, как оно так работает-то? Или болезнь это. Нет, да? Или ты должен его передавать, или нет, я не помню. Ну, короче, рейндж между собой набирать. Нет, рейндж надо набрать, чтобы пропала эта херня. Да, это самое главное, просто чтобы... Да, в натуре. Антикон, встань в угол. Встаньте, не домажьте кто-то. Кто вздыхает, сука, вы просто встаньте на рейндж. Уйдите, блядь. У него проверка показывает, нет никого, 10 метров. Ну и хилить надо тоже так-то людей. Я между вами двумя стоит. Кого достаете? Ну, кто-то сейчас сдохнет половина. Сейчас, этот моб самый сложный, блядь. Их никак не узнаешь, да, только вот по вот этой хуйне, что он начинает вешать. Все, баблом за его дел. А то такая несбиваемая. Так буйство заразы это и есть самый веселый. Не сбиваем. Воин говорит, что типа это набрали раньше. Да как нахуй в воду, блядь, пизду, говорит. Да пошли вы, да? Блядь, ну ахуен. Пошла передача. Ну, а если передаешь, то ну лучше, блядь, сдохните нахуй. Вот сейчас, сейчас нужно, моб умрет, нужно сделать так, чтобы со всех эта хуйня спала. Я еще потом себе воду добавлю. Стойте на месте, сука, не бегайте. Блять, вурдалаков своих ебаных. Уберите нахуй, кто там ДКшники, ебаные мудаки, блять. Сука, блять, чтоб вы сдохли, блять. Сука. Они сейчас это и сделают. Вот, тебе там подарок, короче, летит. Бегут. Ебаный в рот. Аккуратненько подходите, Войда, хильте, блять. И буйство заразы сделайте, чтобы исчезло. Это надо от всех отойти, блядь. И давайте еще кое-что, нахуй. Те бичи, которые лежат, сейчас покидайте тело, блядь, свое ебучее, блядь, и заходите в инс, блядь. Потому что пока мы бьем этих 10 мобов, вы прибежите два раза сюда. Дорогу знаете. И хуй мы пробежим там. Моб один стоит, мы пробежишь мимо него. Почему не пробежишь? Я пробежал. Мы с левой стороны. Пошли. Там по левой стороне, а вообще половину там трубу не скипнуть, если... А вы что вздыхаете? У вас зараза там или что? Не могу вкурить. Зараза нет где-то? Нет, Криагрин. Нет, Криагрин. Танки просто это слабенькие. А, на пул хуёвый, блядь. А, блядь, на пул, вот я понял. Синтек хуёвый хилит, блядь, поэтому рарник сдох. А, да, точно. У нас вообще ДЦ нет. Вся сложность, по сути, в этих мобах больших, вот именно которые буйство заразы. А остальные я не помню. По-моему, сложности нет никакой. Самое сложное, да, это вот этот ядовит. Потому что там в коридорах его встречаешь, он, блядь,
Рейндж требует, и еще бить как-то надо его, блядь, у него хп дохуя. Так, ну пошли посмотрим. Ну, гидроз, блядь. Не хочу его первым бить. Давай, давай рыбу попробуем. Пошли, рыбу 100%. Так, это, смотрите, по краю бежим, блядь. Близко туда не приближайтесь, к левым, к этим, а то босс пулится. По краю бежим. И смотри, тут надо будет на всех деревяшках трэш чистить. Вот это вверху, понял? Тогда а на нас рыбки? Не будут рыбки агриться. Если трэш зачистим. Да ёбаная тварь, ты иди сюда. А ладно, он пидор, короче, хуй на него. Смотрите, не врывайтесь раньше времени там, дайте, блядь, время. Какой там моб хилит там или что есть там? Жрица, вон, жрицу таргетите, РДДшники, и бейте. Кто там с них рассекающим бьет? Не знаю, может раздробитель рассекающим бьет. Бронебой. Это хуйня все. Жрицу можно заберете с полидрин. О, она грипается, нахуйся. Ну а там, по-моему, от скрытня этот недалеко ли террас стоит, там это через воду перебежать. Я не помню нахуй же маршруты эти, блядь, сейчас вспомню. Там можно на волноступа пойти. Надо ли терраса первого ебануть, потому что волноступа, блядь. Так, вот где-то. Или он... на слепца. О, угу. Он тут рядом, вот он по правую руку. Вон та деревяшка. Вон он там босс будет. Ну, давай. Не, надо поверху весь трэш зачистить. А что, он вниз спустится или что? Нет, там смотри, в воде пиранья. Мы будем прыгать в воду, и они будут агриться. Левитацию. Кто? Ништяк. А куда они попрыгали? Куда вы пошли? Вон, видишь, бешеная пиранья. Пошли, а если... И что, агрятся вот эти сверху, что ли, мы были? Чё? Вон, видишь, пиранья начинают бить. Внизу. Блять, пошли. Короче, вниз, короче, пошли вниз и на деревяшку вот эту круглую встаем. Если зачистить просто вверху трэш, пираньи не будут агряться. А, да и похуй. Я леву по себе кидаю, говорю, они не агрятся. Так, что, кто ловить будет? Так, теперь надо вспомнить, где танчить его, сука. Дай метки, я поставлю. Да, ассиста на полидринк. Так, тут нужен еще танк. Так, Лингрен, давай в танка. Тут один танк нужен. Вот тут танчит, по-моему, МТ. Вот. Вот тут я танчу. Да, точно. По-моему, да. Да, точно. Вот тут я танчу. Вот так вот стою, чтобы... Вот, Эвилаша, слышишь? Квадратики МТ. Не, а его выкидывать будет за эту хуйню. Как она называется? Ближе подходи. И вот в двух метках РДД. А милики... Сейчас поставлю еще метку. Так, РДД в двух метках. Милики тут, в принципе, сбоку. Милики в трусах. Вот. Нихуя. Это вы что? Батя, ты что? А Эвилаш, кто, а кто вас, пулили. А кто вас, блядь, короче, нахуй. Все, лучше офните флут. Блядь, я, конечно, очень рад, нахуй, но еще раз говорю, блядь. Стопните разговор, бейте босса. Это, значит, вот, блядь, вы, ну, смотрите, блядь. Будет каст водомет. Все когда водомет, воду. Просто в воду ныряете. Это самое, ну, нахуя вы делаете то, что вас не просят, блядь, вот это вот, блядь. Рыбачите, блядь. Ачивку захотели. Бичи, сука, блядь. У нас один дисконт, другой... Да и хуй на них, блядь. Этот, Мэтт Фокс и Айвересы. Смотрите, когда босс нырнет, будет вызываться трэш. Сколько у нас танков? В воду прыгайте все быстро. Воду. И недалеко, прям, этот, 50 сантиметров над головой, чтобы воды было. И стоим, бьем дальше. А когда каз закончится, что-то не вижу. Закончился? Нет. А, еще раз стоит. Нырим. А все, вот выбрал меня в цель. Все, дальше. Вся механика. Она откидывает, ну, подходим дальше. Так это как он называется?
Это модельку ему зачем? А зачем здесь три танка? Чтоб здесь сейчас выйдет танк. Трэш. Сейчас выйдет трэш, увидите, блядь. Ну один а танк я не знаю, как он их держать будет. Там три моба, которые рассекающим бьют. Как их один тебе будут держать? Они просто захуярят веселее. Если сверху зачищаешь, нету мобов. А в воде можно браться сейчас? Каких мобов, блядь? Он вызывает не трэш. Надо. Не бешенки вот эти, а трэш он будет вызывать. Не будет. Ну я хуй знает. Если что-то меняли, может я просто не ушел знаю. Ги... Может он гирь вызывает? Ладно, в пизду, сейчас просто увидим, нахуй, вот и все. Я тебе говорю, не будет трэш. Все, все. Пьем. Можно из воды не вылезать, чтобы не толкивало? Нет. Надо вылазить. Ну так тебя бешенки убьют, блядь. Я бешенки. В воду нырнули, нырнули водомет. Так прыгать надо во время каста, когда он по тебе проходит. Можно кругом бегать. Ну да. Тоже верно. Вообще похуй. Ну удобнее мелика, хули, сидишь в воде, добьешь. Да и РДД тоже в воде могут кастить. Все, всплываем. Все, вот. А у нас сервис в инсте или нет? Я не знаю, нет, нахуй, там человека три его. Там Равист вылетел, Алафар. Не знаю, нахуй. У него берса есть? О, ну по ДБМу нет. Там мы его даже сейчас убьем. Валер, есть? 99 лямов. Кого? У рыбы есть. Это как Грул, блядь. О, если бы Грул был таким. Легче, чем Сурок, блядь. По-моему, у него должна быть нереальная фаза, блядь, погружения, не? Вон погружение есть, минуту 20 пишет. Значит, у него есть эта хуйня. Ну, на погружение он вызывает трэш, блядь. Мы за минуту его не убьем. Нырнули. Воду. Короче, если он нырнет, то будет вызывать мобов. Вот там большие такие мобы, они рассекающие бьют. А кастуют, они будут это просто кастовать всякую хуйню. Но с ДКшником... Слышишь? Я смотрел, когда другая гильда била и дошло до каста погружения, и он просто не погружался. А-а-а. Ну, так он же прошел погружение. Я не видел. Погружение это когда он мобов вызывает. Это как у нас с лечом, помнишь, было? Просто показал. Я не знаю, это как у нас с лечом было. Нет, просто может быть что-то поменяли. Я-то играл когда, блядь, в 18-19 году, блядь. Может убрали что-то в геру, пересыпали там механику. Не, ну так-то реально простой манекен, нахуй. Вот эту хуйню плавник захиливаешь, блядь, от водомета ныряешь и все, блядь. А хули лежит, блядь, я не понимаю, нахуй. Я не знаю, его резко ли он лежит. А чё за хуйня-то, блядь? Эй, а ты тут? Босс манекен, говорит, сами справились. Да, гер, наверное, сдавай, надо было её сдать сразу. А, второй раз умер. Да как ты умираешь-то, блядь? Ну, чё, гер мы даём? Может... Друид инвалид, ресни его и захильте его, блядь, дайте ему баф. Вот нырнули, после этой хуйни уже ресните. Без геры бьём всё это время. Бичи, хули. Ну, бидону напишите, может он не в диси. Давай геру, бидон, чё ты? Ну, вот, видишь, типа, погружение было якобы, но его нету. Да. У меня 32 секунды пишет, 30 секунд. Ну, неправильно работает просто. Да, чё-то это сломали, блядь. Это у вас что-то другое там. Ну, появление, это типа, он в воде должен быть. Да. И трэш. А, да, точно. У меня появление написано. Точно, я, значит, дурачок. Ну поменяли, значит, не знаю нахуй. Ну, я видел там обнову писали, что поменяли тайминги, хуяйминги. То есть он просто получается как манекен дает водометы, блядь, и все нахуй. Да. Ну пиздец, ебать, босс нахуй, я хуею, блядь. Чтоб в целка все боссы такие были, блядь. Слепец, ну тоже, в принципе, манекен. Вар хороший у нас в обычке был вчера, шлепец. Про товар. За МТшил весь рейд. Беги, ныряем. Слепец. Да. Блять, хулидринг чё-то. Да. Патрисия, хулидринка, резко. Прямо вокруг пробежала вообще по барабану.
Ну когда я тут стану нахуй, где там, блять, где-то есть место, где не откидывает. А дайте там лапку всякую хуйню. Это уже дали. Вот мне сейчас интересно, после удара плавником не откинет, нет? Нет, сука, ебаная залупа. Где-то было место, где нормально прям стоишь. Или вот тут, блять, ладно, похуй. Так ты переебал вот, у него вот. Блять, перед факелом встаешь, ну вот. Сбоку надо, похоже. Охуяк, тренька. Не, факел нет, далеко. Он когда меня в рендже нет, он будет шотать рейд. Надо к нему стоять, чтобы я автоатакой по нему попадал. Ну и похуй, короче, манекен ебаный, блядь. Там, ну, где-то это как вот, там где вот в воду уходит углубление, да, это скам. Ой. Так. Опа. Парашевская. Одноручная. Полная хуйня выпала. Нихуя там боты, ебаный стос. Нет, тапки жесткие. Ох, какие тапки хорошие. Это именно чё, мастерка. Кому нужны? Это. Кому надо это параша? Меткость блокирования щитом. Надо кому-то это говно. Я, хз, я отсюда кольцо хочу. Почему говно? Ну, я так выражаюсь. Кому-то меткости добить. Так, если внутри надо, только и все. Так, сапоги, значит, кольчуга. Критхас хорошие, бля, мощные. Так, гламурчен и бидон. Кому с вас надо это давать? Дядя 70. Гламурчену или бидону? Ну, гламурчен выше, бидон. Че, ему закидываю? Тебя резнули, Эя. Хорошо, гламурчену закидываю. А как нет? Ну и тапки, по сути. Че это, критхаст кожи, я хуй знает на кого это. На мутика, да? И на рыбку идет. Эти на рыбку. Так, смотрим, кто там. Синтекс сотку жмет, блядь, еще обкурился. Да, вообще похуй. Спроти ему сотку. Отдай ему за сотку, отдай. Ну, вот. Да нахуя, там надо ДДшников. Вот рарник 50. Хотя, подожди, у меня вот же именно ботинки. Или рарник. Не-не-не, не надо. Топят, да. Ладно, мне тоже не надо, у меня ботинки. Нет, а за... кто-нибудь забирайте их, они мне пока не нужны. Нахрена я буду одевать то, что мне пока не нужно. Да я комбо-то собираюсь себе. Так, теперь это, смотрите, вот направление, где Леотирас стоит. Вот смотрите, идем вот так вот. Дайте какой-то. Да, 10%. Вот это, ледистый путь дал, побежали за звездой. Так, смотри, 4 босса в целом. Можно было бы и бесплатно, да? Ну, 10% пускай. А вы тоже закрываете актуальный контент и получаете шмотки за бесплатно. Да, типа, они нахуй не нужны пока, с мастерством. Да. Типа... Я говорю, они нахуй никому не нужны. Это нужно, да, потом у меня тоже другие шмотки, шмотки с мастерством брать, чтобы вот их ставить. А куда бежать? Куда, да, бежать? Я забыл. Ой, алло. Ты чё? Алло, алло. Ну, куда? Куда? На кого бежишь, идем? На слепца. Куда идти? Мы просто на рыбном рынке. Сюда. Иди сюда. А куда, ёбаный в рот? Вот сюда, на эту. А куда? Вот подъем на воду. Ну вот подъем, вот. И трэш бьем и доходим к нему. Где хулидрин? Где я тебя не вижу, блядь? Дай с квадратом его дам. Вот видишь, прыгаю. А, на туре? Ну конечно, трэш убиваем, идем дальше. Полюбовались просторами. Мне что-то казалось, напрямую можно к нему прохуярить, блядь. Так это бы гуси. Не, вон туда, прямо, вы че, куда? Прямо или налево? Прямо или куда? Вот, вот прямо, прямо. Прямо? Вот сюда? Вот прямо, сюда, да? Да, да, да. Давай, да, большого сначала. Давай, большого, давай. Леха, тебе пуха нужна? Это, сразу на рейдж разбегайтесь заранее. Сразу, идите, давай, разбегайтесь. Иди. Только, да, как... Хорош, это... Я прыгаю вниз. Блять, ебаный в рот, нахуй. А че эти пидоры сагрились? Смотрите, если буйство заразы будет, то сразу рейдж набирайте, бля. Че вы сдохли? Там идет чел, там чел идет. Где идет? Ой, еще справа сагрили. Ой, все, это как я. Блять, вы совсем мудаки, нахуй. Я не понимаю, блять. Вы совсем невменяемые, блять. Вас просили это делать. Так, давай я на тебя диван дам. Не надо никакой диван, сука. Я войско даю. Тихо, нахуй. А. Бейте большого, блять. Мелких не трогайте. Точно большого бьем. Пизда, ага, блять. Ага. Давайте, бейте, блять. Просто большой, нахуй. Подошел. Лоц, нахуй. Тихо, 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 блять. Самое главное, не делайте хуйню никакую. Блять, мудаки, сука, агрельщики, блять. И Вилашу с Войдом не уроните. Леха, говорю, тебе пуха нужна? Ну, ты же взял, зачем? Большого, блядь, добейте.
Давай это. Я просто забыл, что у меня 284. А что это за хуйня? А, паразиты, блять. Это паразитные. Давайте быстрее этого, добивайте гуся. И с паразитами, на ком это болезнь, тоже рейндж между собой наберите. Вилашу захиньте. Какой падать? Вы что, угораете? У нас времени не так дохуя. Все, моба добили. 200 тысяч быстрее. Все, теперь рейндж набирайте. Мобов мы пока поддержим с танками. Паразиты главное сделайте, чтобы на вас не было, блять. Кстати, вот эти... в принципе, мы можем пойти гидроса заебашить. Да мы заебашим все, блять. Просто это, не агрите, вот такую хуйню не делайте, нахуй, чего вас не просят. Аккуратно стойте, сука, не агрите. Смотрите, могу... большой пиздует. Где Входим. Он? Води. Сейчас пулите. Отводи, отводи, отводи. Сейчас да я в воздухе летаю, блять. Бежим, бежим, сука, бежим, нахуй. Сюда, на площадку. Вот туда отойдите. Он а. Уходит, все. А, блядь, какой-то пидор сагрил. Да. Сука, вы вообще охуевшие. Какой-то приз еще дети мы прыгаем. Это, захильте воида, блядь. Заебал, ебаная хуйня. Дай я отведу этого пидора. Бейте трэш мелкий, а уешьте. Ой, блядь. Там этот бэр есть. Есть на тех полидринк. Бегите нахуй, остальные, блядь, кто лежит, блядь, заново. И сюда бегите. Ну, пойду прогулять. А уешьте трэш по одному, выбирайте и убивайте, блять. Кто там, блять? Сейчас я вам найду, нахуй. Жрица, вот ставлю звезду, нахуй. Самим не получается допетрить, блять, что их надо убить, нахуй. Что они, сука, хилят, нахуй. Звезду и потом кружок быстро убивайте, блять. Это же так сложно понять, нахуй, что они захиливаются, стоят, блять. Да, конечно, не повезло, что рынка на хилов. Так, кружок. Ебаный рот. Глаша сдох, если что, войда хилим быстрее. Зыбку отдал. Каплю там какую-нибудь, зубы готовьте. На ману что-нибудь давайте, гим там какую-нибудь хуйню. Вот и Вилашу захиливайте. Фу баф, каску лапу, просто баф. Быстрее уешьте это говно. Есть там еще жрицы? Нет, смотрите. А чё ты кровисто? Что уже случилось? И проверяйте в мобах воронки. Кстати, я что-то воронки не видел с моба. С босса? Ну. Но... Он не падает. Ну это. Заберите тут... мобов, заберите мобов. Рома, тут скорее всего просто то, что Сирус скрыл. Воронка с ласта падает. 100%. Может пока что воронка большая. А с этих падает, типа. Да, может просто какой-то шанс имеет? Просто шанс меньше, наверное. Я думал, типа, каждый. Я думал, с каждого босса падает. Че он хилится? Я не знаю, что он хилится, хуярьте его сильнее. Туман там какой-то освежающий на нем. Выведи его надо. Выведи из моба его, из трупа. Короче, за место роги кукмастер сюда пихал. Рома, там ничего не выпало. А рога че? Там роги нету уже очень долго. Ага. Так. Ну, первого босса его не было. 3 по 300 и 1 по 100. Опа! Вау! 1400. Вон он, между прочим. А он босса бил с нами? Да. Нет, он не бил с нами. Валфар. Не бил. Ебать, тролль коня, я бы. В сети уже 25 минут. Коня, какого давай коня, ролл? Нахуй? Да, по роллу коня. Какого коня? Нихуя, вот там какие-то тапки упали, ёбаный. Резь, там буешка за 17. Я очень рад, нахуй. Вы понимаете, что флут в этом рейде, вот когда мы на освоении, блядь, это залупа полная. Давайте там, блядь, будут пару человек говорить, и то это пиздец. Боешка, хуешка. Так, где она? Вот здесь. 64-я, она. Вот тут здесь. Боешка, кстати, где она? У креста. А, чё вы говорите, маунт какой-то? Какой маунт? Какие маунты ещё выпал? Там где-то вот с большого, где-то с этого. Вот тут, где дерево. Бля... Сука, забыл, выкинул. Сейчас бы такую фишку Рома подогнал бы. С кого, блядь, выпал? Не вижу. Да, вот, видишь, кишки? Вот кишки валяются. Вот. А-а-а. В кишках, ну. Вот. И чё, ролим, да? На ролл кидай. Ну, кидайте ролл. Ну, ты объявление рейда сделай. Да, сделай объявление. Да. Ёбаный, блядь. Ну, сказал же, кидайте. Ну, хуй с ним, давай сделаем объявление. Вот, кидайте сейчас, похуй.
Ты рел или не рел? Через объявление рейда. Так я пока напишу 99. Гламурчин 99. Гламурчин 99. Все, все кинули. Это, Костя, если тебе как бы пуха не нужна, отдай его Войду на просто, и все, он кому-нибудь ее передаст. Ты спросите и там, может какому-то протовару там на меткости, хуй знает. У меня просто мастерки не докап. А мне пуху смысла нет менять. Так, это получается вот здесь вот и налево, да, вот тут обходите, там этот слепец будет. А направо... Ну, конечно, по картинке. А направо? А направо идем уже к этому волноступу. Ну... Ебать, из-за 40 ГП у меня 6% улетело. Дайте шкаф. Я, короче, использовал мобов. Войд, это... Я передал... Кстати, шкаф. Кирсори. Хорошо. Уху. А что, за 10% ее давал? Да. А ты зачем Волфару дал 1400 ГП? Ну, за целка, блядь, за чё? Так он уже получал. Чё он получал? Он получил 1250, ты можешь вот открыть. Ты что, накурился? А что он получал, за Геру? Вы что, там накурили? За Геру! Ебать. Я... Вот журнал, я могу даже... Это вчерашняя обычка. Ещё одни, блядь, сапоги. Слава, забей, это после праздника. Всё, нахуй, в ЗС ходим, нахуй. Это... Прикиньте, на шкаф. Прикиньте. Продавать не знаю, блядь, какой флот, нахуй, я хуею, блядь. Этот, вы такие интересные, ну, передумал там, не передумал. Теперь поподробнее мне объясните, кому я вот накинул ИП, получается, что? Седжу... Все, не, забей, все, я тут... Полидринка, спеши, 40 ГП. Вот смотрите, и... чтобы такой залупы не было, вы думаете, что вы делаете, блядь, надо вам, не надо, как-то, блядь... Не, у меня ничего не надо списывать. Это, да и не про тебя, блядь, сейчас, ну... Подождите, блядь, ну вас ник не называли же, блядь. Вот, значит, холидринг, следующее, гламурчен и бидон, блядь. Поясните мне, что там за хуйня у вас? Кому я что отдал там? Бидон, так, где я не вижу там. Гламурчен, 200 ГП, это 50% сапоги. Мне что делать? Перекидывать 200 ГП на бидона сейчас? Или как? Ты ему передал, да, их? Кирсори я передал пуху. Да не ты, блядь. Вы, там, ребята, блядь... если вам не надо, значит не рольте вообще. Он ему отдал, он пишет. Просто чтобы такой залупы не было, вместо того, чтобы идти, блядь, чистить все, я циферки, блядь, накидываю вам, сижу, блядь. И без тебя он там как-то... Тихо, ты че мне там ГПшку отнял? За что? Ой, блядь, видишь, я даже накосячил, блядь. Так, отменить. Это надо не Лингрену, это Гламурчену, блядь. Минус 200. И это первый и последний раз. Если вы роляете, то забираете, нахуй. Никаких, блядь, минус, плюс, блядь. Да, зачем вот это лишнее делать? Как-то смотрите, да, сразу. Пока уже 274, лучше пока... Вот этот трэш опасный, смотрите, там подкидывать будет или что там, какая хуйня, сейчас готовьтесь. И вот тех правых нельзя сагрить. То есть мы вот этих агрим, а тех не надо. Вот, они идут. Тех не сагрите пока. Там еще Кирсори на ручку хотел. Ну как-то это, распределитесь, блять, как-то. Типа, блять, выпала шмотка и сразу там пишите в ПМ. Мне надо, мне не надо, мне не к спеху, блять. И чтобы я уже давал нормально людям, а не так, что получил там, посмотрел, приор просел, там пизда, блять, от 40 ГП и все. Кто там что говорит? Да, мне 40 за пуху КП. Нет, ты так тихо говоришь, а продакс мне ИП за замену дадут. Да, сиди, тебе дадут за боссов целка и за боссов ЗС. Вот все, что убьем до 8 часов, да все дадут. Потом догонят и еще дадут. Вот, пошли теперь этих мобов. Там знак Элидара, трэша. Давай я тебе этого сейчас дам. Лутера. Под ты пособирай. Ты, блядь, да, танчу. Значит, пусть все собирают. Ну, блядь. Кто покупает фласки эти? Там нам сапруты надо будет пить. Так что, блядь, пускай собирают. Тут чё это? От чего они умирают? Какой-то пидор. Удар по дуге. Страж из рвара, это он, наверное. Просто рарник, когда срываешь стража, поворачивай в бок его или на нас. Ну, на нас опасно, потому что по нам еще рассекающий идет. В бок поворачивай. Страж, по-моему, резервуар. Чё, он... мне бежать? Нет, ты чё, зачем? Сейчас нерационально. Сейчас нерационально тебе бежать. А ты карту купи, 300 голды продаю.
Сейчас вот эти добьем. Не, карту я вижу. Метательная выгодная, если падает продавать. 60 тысяч. А ты, Войд, поставь этот, как он, блядь, приоритет, типа, фиолетку. И все. И пусть они собирают всю остальную хрень. На этом. На или просто можно групп тут уже сделать. Так мы... А, да. Ну, на трэше когда идем. А, в принципе, мы уже до босса дошли. Пускай сейчас хулидрин полутает. Да ты откуда чудо вылезло? Какое? О, сзади. А, это этот, как называется? Вот, рейндж. Ой, рейндж. Зараза, сука. Зараза еще. Набираем рейндж. Убегаем, просто убегаем. Тут оставайтесь, прям... Вот мелких, короче, добейте. Дай. Мелких добейте. Я отойду немножко подальше с ним. Кто-то... Подошел со всех. Хильте, Вилашу, кто-то с хилов назад перебегите и там скиньте, назад за Войда, в смысле, вот здесь, да, стойте, чтобы хилить меня и Вилашу. И кто там это стоит? Мелких добейте и потом этого будете бить. А четвёрный, блядь. Ой, короче. Добейте мелких быстрее, кто там, блядь? Блям. Блять, синтек или кто там, дерево какое-то, пробеги сюда, блять, стань возле меня слева, блять. Блять, никто не хилит, нахуй, я понял, блять. Пробеги сюда, блять, потом скинешь эту хуйню, ну ебаный в рот. Я сюда еще пробеги, дай людям встать, дамажить тоже же надо кому-то, ебаный в рот. Ну как вам объяснять-то, блять? Вот сюда пробеги, вот еще пробеги, куда-то за меня, да. Вот так нормально. Вот ты и хилишь меня, и дал людям место, блять, дамажить. Даже коридор, ебан. Мелких добивайте и большого лейте. Откуда он пробежал? Кто сдохли из-за текстуры, кто сдохли, бегите, карту изучайте и до сюда добегайте. Когда будете бежать, это, смотрите рейндж там между собой держите. Рейндж, милики со мной, рейндж тоже, мне этот... Максимальный рейндж от этого беса, чтобы один кто-то милик сильный бил. Аккуратненько бей. Да ушел. А нам перейти типа не надо, да? Че не надо? О, бодиком побежал. Кресты прыгают вниз просто нахуй. Это, чтоб не сдохнуть нахуй, надо набрать рейндж нахуй. И чтоб болезнь с вас спала, прием, блять, как слышно. Я потом ее выдусь и забью эту говно, блядь. Только ты инвалид, отойди чуть дальше. Блядь, я... Ну, как вы не понимаете, блядь? Чтоб не сдохнуть, надо набрать рейндж между игроками, блядь. Встать... А там все карты действуют? Да. Рейндж. Это я так говорю, блядь. Ловите горько, правильно. Чё там Треплёха пишет, что я не могу пройти кузню, оп. Так это только у тебя Треплёха. Два ляма душим, блядь. Да, давайте добьем его уже, а? Самый ебаный моб в этом. Вот весь инст, все заебись, но вот этот моб, о, нахуй, это явно лишнее. Охуенный моб, это прям охуенный моб, я его обязательно добавлю в список проклятий. И там, не забывайте, когда умрет моб, надо, чтобы буйство с каждого скинулось. А то вы пойдете, побежите там радостно и будете передавать ее бесконечно, эту хуйню. Все, вот рейндж наберите. Что, убили? Нет? Да, убили. Ну, главное, чтобы сейчас проклятие судей скинулось. Но оно висит 3 секунды, нахуй, или 2 там, блядь. Все, скинулось, резаем людей в коридоре, блядь. Кто не это. Чек на АФК, блядь. Я еще что тут... Что-то рейд по беспределу, блядь. Так всегда, нахуй, первые разы, блядь. И ДПСа мало в эту хуйню. Как-то его надо выводить, чтобы вокруг его могли окружить и бить с той на РНЖ РДДшники. А то его так долго очень бить. Пошли потихоньку. Пошли потихоньку. А хилы, в общем, ОКО и ЗС, сколько боссов? Там 4. Да? Так, я не помню, это куда мы попали. 6. 10 боссов. Аларс, Соляра, Кель. 3 вроде, и тут, короче, 4, смотрите, 4. Тут опасные мобы, это маги пустоты вот эти вот. Не помню, что они делают, но они опасные.
4 да, в стороны по 2, на входе один. И сам кей. Вот, отлично. Вот его зергаем. Сейчас какой побегут мы бы это, я заберу. Волнотуп, вот этот, блядь, все хуйня, нахуй. Хуярим. Фокс нахуй этот, блядь. Че мы Фокс? Поезд нахуй из рыб сделал. Нихуя. Просто за ним гусеница такая тянулась. Все, вот этот маг всегда в первую очередь идет, потому что он залупу какую-то кастует на рейд, прям полную хуйню. Вот один будет справа, сейчас бродячего пропустим. С волнотупа еще пущу одного, блядь. Вот этого гуся нахуй. Ну-ка иди сюда, блядь. Смотри, маг идет нахуй. Брандашмык, блять, волнотуп, всякая хуйня, блять. Вот этот брандашмык тоже опасный, нахуй. Чисто челик. Звание в нашей гильдии. Вот этого пидора бьем, смотри, яд, нахуй, диспелим. Ну да, диспел. Я отвернул, не знаю, может он не будет так кидать. Ну, в общем, пока мы это, не пристрелялись, надо аккуратненько тут. Так, давай правого ебанем вот этого, блядь. А, это он блинкуется, так, я думаю, это второй гриб, блядь. Он какую-то хуйню скверную, видишь, какой дамаг? А что он делает, я не знаю, блядь. То ли лед, или что он там кидает. Маг пустоты, видишь, аркан какой-то, да, хуярит? Ну. Вот мага пустоты слева сейчас ебанем аккуратненько. Ой, иди сюда. Справа идет. Брандашмык идет. Брандашмык. А, похуй. Мы не боимся его, блядь. Поставили. Все, мага в первую очередь зергаем быстрее. Потом уже этого гуся. Не переагривай, я в танке. А, я забрал уже. Так. Так, что там, я не помню, все тут надо или только по кругу, блядь. Ой. Да давай с этой стороны попробуем, ну. О, вот этот, ну, вот этот откидывальщик ебаный, нахуй. Вот мага бьем, мага. Маг пустоты, блядь. Захилим хорошенько. Он кастует. Его быстрее убьем. Он проще. Череп. О, Седжу, как дела? Нихуя себе. Так я ж не знаю, блядь, что даже меня убил. Читоносец, наверное, чаржнулся. Огненный шар. Заебись, вода. Сколько мы тут в завесе уже, блядь?